переключите, пожалуйста. Вот. Крупный план. Нам нужен крупный план. Ну, «Воины света». Блин, обожаю вот такие смачные, вот, конечно, удары топором. Только ради этого смотрю. Правила очень простые. Берешь покрепче, лупишь посильнее. Противник должен упасть, коснуться тремя точками земли. Ну, например, левая ягодица, правая ягодица и копчик. Слушай, старые друзья, страшные друзья. Нормально, симпатичные очень даже. Я ждала шутку про коней, как же казахи без коней будут драться. Но дерутся они великолепно и без коней. Годные, им это может быть запрещено. Ох, ох. Кирилл Овсянников сейчас красивый, красивый прыжок, просто. Красивый фраг. Потрясающе. Продолжает, используя падшего оппонента как подставку. Кирилл, все. Давай. Вот оно, второе дыхание. Вы говорите, казахи без коней. У нас кавалерия получается, это Израиль, ребята. Нет, нет, не падает. Слушай, это просто два супер фрага. Просто какая горшут с небес. Вот, вот и захватывающе, и страшно. Сколько ж прекрасных мужчин под эти топоры лезут. Ну что? Какой взгляд ты посмотри просто. Вся мировая скорбь о том, что я встал сегодня в 5 утра, чтобы доехать на Динамо. И теперь меня бьют железными палками. Можно я пойду домой? On the second list will be third round. Как там ничья по-английски будет? Ничего. И да. Тут... Сколько нежности и любви в этом моменте было. Вот почему он остановился. А теперь лови ответку. Андрей Киселюс делает фраг. Очень красиво садит. Размеренно, спокойно. Садит. Боже мой, у тебя что, картошка, что ли? Присаживает. Не знаю, что со мной было бы, если бы я смотрела эти бои с трибун, мне кажется. Взорвалась просто. Но, собственно говоря, комментарии примерно следующие. Ух, ах, валидола бы мне и все такое. Я